страшище. Не дорожи ее прозвали пиковой дамой. Не могу постигнуть, отчего она не понтирует. Как старуха-то, да что ты? 80-летняя карга! Так вы про нее ничего не знаете? Нет, права, ничего, ничего. Послушайте, графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою московской, граф Сен-Жермен среди других. Тогда еще красавец пленился ею, но безуспешно вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица, и, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале Шедоларен, Венис московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта: разбужу те карты, она назвала другой.
больно сих юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, к ней призрак явился и грозно сказал: получишь смертельный удар ты. А третьего, кто пылко страстно любя, придет, чтобы силою знать, отдерем три карты, три карты, три карты.